данной категории граждан. Есть пандус, размеры дверей, все соответствует стандартам. Реализована установка официальных знаков дорожного движения, указывающих на парковку автомобилей для людей с ограниченными возможностями на площадях, принадлежащих нам на праве собственности. Вот. Также разработан план следующих мероприятий. Значит, ну это обозначение парковочных мест для инвалидов, как я уже сказал, монтаж кнопки вызова сотрудника на входных дверях, обозначение этой кнопки пластиковой табличкой яркого цвета, установка кнопки на стойке контроля, обозначение входных дверей в торговый комплекс знаками для слабовидящих, информирование о обслуживании данной категории граждан вне очереди. Разработано положение по инструктированию, обучению персонала при предоставлении услуг, обслуживанию и оказанию помощи инвалидам и других маломобильных граждан при посещении дома быта. Также происходит инструктаж ответственных сотрудников с внесением соответствующих изменений в должностные инструкции. И непосредственно происходит сопровождение людей с ограниченными возможностями по территории центра с оказанием им различной помощи. Почему это происходит? Потому что в силу конструктивных особенностей центра на данный момент нам просто это необходимо делать.